Здравствуйте, я Максим Ивановна. Мне 13 лет, и я из Москвы, из студии «Арт Веранда». Я очень мечтаю выиграть в этом конкурсе. Я как Шерлок веду детективы, но необычные. Когда я начинаю новую картину, я не понимаю, как ее начинать. Но когда я начинаю ее рисовать, со временем я осознаю, как мне ее надо делать. Мне понравилась идея объединять реальность с выдуманным миром через предмет. У Шерлока это трубка, когда он представляет ее себе, у него, скажем, открывается второе дыхание. Например, у него появляются новые идеи и мысли. Я не впервые участвую в этом конкурсе, и дойдя до гранд-финала, я очень хочу выиграть.